Кино на ТВ-РУС. Мы в заднице. За последние полгода к нам в школу пришло всего пятеро. Без побед наша школа вылетит в трубу. Это Кристина. Ее мама Ирина Валентиновна. Ей нужен новый партнер. Саша, ты ее знаешь? Прикольная девчонка. Красавица. А вы с Сашей давно в паре? Да, уже 8 лет. 8 лет? И вы просто танцуете. Просто танцуете. А он красивый. Саш, ты так классно танцуешь. Может, подвигаемся, а? Саша, мне не нравится, что ты так много позволяешь Кристине. Да ты чего? Ну, приобняла, ну, станцевали и все. Саша, мне это не нравится. У тебя есть девушка. Если ты забыл. Мама Кристина готова проспонсировать весь турнир. Она это сделает для своей дочки. Но у нее одно условие. Танцевать с ней должен именно ты. Почему я? Нельзя получить что-то, не пожертвовав чем-то. Но ты будешь вести? Хочешь жестче? Хочу. Такое красивое тело. Ты обещала ее больше никогда не трогать. Это просто танец. Это наша работа. Для меня это не работа. Тебе дается шанс. Ну так бери, хватай его. Сделка. Воскресенье на ТВ-РУС.